Друзья, здорово! Сегодня со своим братом запишем обучалку, как затопить правильно, самое главное, правильно баню. Находимся в бане. Сейчас братан покажет, как правильно топить баньку. Итак, друзья, сначала мы открываем нашу дверь, потому что если мы не откроем дверь, мы, соответственно, не сможем затопить печку. Все правильно. Затем мы берем... Вот какие-то две там подвески, не знаю, вот такие, допустим. Оп, несем их. Кидаем сюда. Так, чтобы в середину вы смогли положить там бересту, щепки. Кстати, да, бересту. Обязательно надо ложить бересту. Ну или если у вас нет бересты, ложим туда бумагу, там туалетную или картонку можно положить. Сейчас. Во! Во, хорошая береста для того, чтобы растопить печку. А как правильно снимать? Как правильно снимать? Ну, блин, не знаю. Вот. Просто берешь, отдираешь и все. Все готово, да? Все. Ну, главное побольше, потому что если будет мало, она, скорее всего, у вас погаснет, потухнет. Оп. Чем больше, тем лучше бересты. Все, в общем-то, кидаем бересту между бревнами, чурками, досками, деревьями, я не знаю, как это называется. Нормально. И, короче, кидаем, заполняем полностью печку, чтобы было жарче. Ну, то есть береста это самое лучшее, да? Да, береста самое лучшее. Она быстро разгорается, горит нормально, четко все. Даже когда в лес ходили, бересту с собой брали. Кстати, ссылку на своего брата, канал, оставлю в описании. Только ты научи, как это делать. Ну я с компа так знаю, так-то, наверное, нельзя с телефона. Я могу тебе дать? Да закреплённом комментарии, в принципе, можно. Ноутбук. Да не, можно ноутбуки попробовать монтировать. Я с телефона. Ноутбука точно не будет. Полгода придет, пока я освою. Наверное, разжигается, я не знаю. Там есть газ? Ну, разжигается? Да, все нормально работает. Если вы думаете, то, что это все, вы ошибаетесь. Не забудьте разжечь вашу печку. И обязательно через минут 5 посмотрите, не погасла ли она у вас. Потому что бывает то, что печка гаснет. Омар Афемир объяснил, как эксперт, как разжигать печку. И подмести не забудьте, чтобы было все красиво. Так, прошло 5 минут и мы смотрим. О, хорошо. Ну, в общем-то и все. Такое познавательное видео получилось у нас сегодня. Самое главное, это подписывайтесь на канал, ставьте лайки и скоро выйдет новый видос. Так что всем пока. Если этот видос наберет 10 тысяч лайков, то выйдет следующая часть, как что там еще делать. Ну, короче, что-нибудь еще выйдет. Если 10 тысяч лайков наберется. Ладно, давайте, друзья. Удачи всем.